לפני כמה זמן התחלנו לדבר על נושא הבשורה. Недавно мы говорили о благовестии. Благовестии, да. Леон הזכיר את זה, ולנו בקהילה יש כל מיני שיטות להביא את הבשורה. Леон говорил об этом, и в нашей общине есть несколько способов нести благовестие. זה נושא מאוד חשוב, אלוהים מתעקש על זה. Это очень важная часть нашей жизни, и Бог, Он не оставляет эту тему. ואפשר היה לדבר על איך לבשר. Мы можем говорить о том, как благовествовать. אבל עדיף שמישהו יעשה את זה, מישהו יותר מקצועי בביסור. Но лучше, чтобы это сделал тот, кто этим занимается. יש אנשים שיש להם מתנת הביסור. Есть люди, у которых есть дар благовествования. לבשר זה לא רק להביא את המצב התיאורטי על המשיח לבן אדם. Благовествование – это не только донести теорию о Машиахе до человека. זה באמת ממש לאהוב את האנשים ולדעת איך לגעת בהם. Но это о любви к людям и о том, чтобы уметь прикоснуться к ним, уметь общаться с ними. ואני באמת אחרי, הייתי משהו כמו 7 שנים, 100% משרת ועובד בעמותה, בקהילה. И я после 7 лет непрерывной работы в нашей עמותה ובאבשינה. אז היה לי תקשורת רק עם אנשים מאמינים. Я был связан только с верующими людьми. כמעט 24/7, גם כשהייתי בארץ וגם כשהייתי בחול, רוב הזמן שלי עם אנשים מאמינים. Практически все время, круглые сутки, когда я нахожусь в стране или за рубежом, я общаюсь с верующими людьми. אבל עכשיו כשיש לי עוד דברים ואני פוגש אנשים לא מאמינים, אז יותר ויותר מחשבות עולות איך לבשר. Но сейчас я соприкасаюсь также и с людьми, которые неверующие, и меня посещают разные мысли по этому поводу. Как я уже говорил, благовествование – это дар от Бога. כשאני הייתי יותר צעיר, אז כשאמרו לי מישהו שהוא מבשר, אז תמיד דמיינתי אותם אנשים עם אלה שהם מחלקים תנכים בים. Когда я был помоложе, и мне говорили о благовествовании, я себе представлял людей, которые раздают книгу Танах на берегу моря. Или люди, которых я видел за границей, которые стояли на площадях или на перекрестках и кричали: «Покайтесь, покайтесь, скоро Господь придет». И мне это не очень нравилось, и я к этому не очень был расположен. И может, действительно, не каждый может так благовествовать. Но я хотел бы поделиться с вами мыслями, как мы можем превратиться в благовествование сами стать благовествованием. כי זה כבר כל אחד יכול. И это может каждый из нас. על פי התנהגות שלנו, על פי תשומת לב שלנו לאנשים אחרים. Нашими поступками, поведением и нашими отношениями к другим людьми. על פי כל המתנות שאלוהים הביא לנו. С помощью разных даров, которыми Бог наделил нас. ועל פי היכולת שלנו לזהות צורך של אנשים אחרים. И также в зависимости от того, как мы видим нужду другого человека. И прежде того, как стать благовествованием, нам нужно понять, что же является благовествованием. В Писаниях написано об этом во многих местах, мы обратимся к некоторым из них. Я думаю, что концентрация этого находится в книге Иоанна, глава 3, пасук 16. Тот, кто был в баптистских школах или в церквях, должен знать это наизусть. נקרא ברוסית. כי כה אהב אלוהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו למען לא יובד כל המאמין בו אלא ינחל חיי עולם. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного,
дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. וקצת מפורט מזה זה ראשונה לתימותאוס גם 3:16. И немножко более подробно это послание Тимофея, послание Тимофею. ראשונה לתימותאוס, כן, 3:16. Первое послание Тимофею 3:16. אכן גדול הסוד החסידות, התגלה בבשר, נצדק ברוח, נראה למלאכים, הוגד בגויים, אמן בעולם, העלה למרום בכבוד. И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. И также можно прочитать о Мессии в книге Исаии. 53 главе, которую все мы знаем. Абсура ки теория ве абсура ки аварат месер и пшута меод. Благовествование как объяснение, как теория и как весть, она очень проста. Элоим шафах лебасар. Бог, который явился во плоти. Дерех Иешуа. Через Иешуа. Игия лаарец, иви тиква. Родился в земле Израиля, принес надежду. Иви слиха. Принес прощение, ня курбан авур ахет, стал жертвой за грех всех людей, ала лешамаим лимлох, вознесся на небеса и царствует там. Зе кол абсура. Это вся благая весть вкратце. Кол елед маамин амур лаавин адзе. Каждый ребенок, каждый верующий ребенок должен понять, должен понимать это. Зе мамаш мамаш пашут. Это очень просто. Ахшав, им аху нитамек кцат. Но если мы немножко углубимся, постараемся. На русском будет немножко сложно объяснить, но постараемся. В общем, корень благовествования, чем он... корень самого слова. То есть корень слова благовествования в переводе с иврита означает плоть. כן, בשר, פלוץ или мясо. זה התרגום הכי פשוט. Это самый простой перевод. וגם אלוהים שנהפך לבשר. А также Бог, который воплотился в человеческом теле. אנחנו רואים שאלוהים דרך ישוע הוא נהיה לבשורה כי הוא הגיע בבשר. И мы видим, что Бог в теле Иешуа, в человеческом теле, он стал благовествием, этой вестью. אנחנו יודעים שבשר כאוכל זה דבר מאוד מזין. И мы видим, что мясо, как еда, это очень калорийная пища. הצורך של בן אדם לבשר הוא גבוה. И человеку нужна эта пища. וכשאנחנו קוראים בכתובים, אנחנו רואים שבשר רוחני זה אוכל עמוק וכבד. זה לא משהו שכמו אוכל רוחני שהוא חלבי. И мы можем увидеть из Писаний, что в Писании часто говорится о мясе как о тяжелой пище, которую трудно переваривать, в отличие от пищи молочной. И вот духовное мясо, если так сказать, в нем есть откровение цель. И цель. ואלוהים לבש בשר ואז נהיה קורבן. Бог воплотился в человеческом теле и стал жертвой. ואז ישוע מדגיש, תאכלו את בשרי ותשתו את דמי. И Иешуа подчеркивает, ешьте тело мое и пейте кровь мою. יש פה שתי וערב של רוחני ופיזי. שתי וערב это как косичка. И вот здесь сплетено вместе человеческое, физическое и духовное. המטרה זה הצורך הרוחני של בן אדם. То есть конечная цель это духовная нужда человека. אבל אמצעי שאלוהים משתמש בו ואנחנו משתמשים בו לפעמים אמצעים פיזיים ודי פשוטים. Но способ, которым Бог доносит или приводит человека к этому духовной цели, это вот человеческое тело. בגלל שאנחנו אנשים שחיים בבשר זה תמיד נוגע אחד בשני. Из-за того, что мы люди, мы живем в теле человеческом, это всегда близко нам, мы можем это понять. אז אנחנו, לפני שאנחנו מבינים איך להפוך לבשורה, אנחנו צריכים להבין מהי הבשורה.
И вот прежде того, чтобы понять, что же такое благовествование, нам нужно понять, как превратиться, как стать этим благовествованием. И лучший учитель для этого – это Иешуа. И давайте посмотрим, как он стал вестью, благовестием. Исайя 61:1-3. Исайя 61 глава. 1-3. С 1 по 3 стих. Руах Адонай, Руах Адонай алай, яан машах Адонай ути левасер анавим, шалхани лехвош ленишбере лев, лекро лешвуим дрор, ולאסורים פקח כוח. לקרוא שנת רצון לאדוני, ויום נקם לאלוהינו, לנחם כל אבלים. לאסום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר, שמן ססון תחת אבל, מעטה תהילה תחת רוח כהה, Еще раз, Исайя 61 глава, с 1 по 3 стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». И мы видим, что здесь описаны духовные вещи, горние вещи. Иешуа התמלא ברוח אדוני בשביל להשיג את המטרות האלה. И Иешуа, Господь Иешуа был наполнен Духом Божьим для того, чтобы достичь эти духовные цели. И он хотел дать освобождение от греха и принести надежду людям. אבל איך הוא עשה את זה בעצם? Но как же он это сделал? הוא עשה את זה על ידי עשייה של דברים פיזיים ומענה לצורך הפיזי של בן אדם. И он делал это с помощью физических дел, реальных дел на этой земле и помощи людям вокруг него. Он видел нужду каждого человека и что он мог сделать, и он шел и помогал человеку сразу, как только видел это. И прежде всего присутствие, само присутствие Иешуа и притягивала к себе людей, а не отталкивала людей от него. И вот тут хороший вопрос, что происходит в нашей жизни? Мы притягиваем к себе людей, люди тянутся к нам или наоборот убегают от нас? И это зависит от того, как мы говорим, от того, как мы смотрим. Если к нам кто-то приближается, мы сразу делаем вид, что ну вот еще один, с ним нужно поговорить. И тогда человек неизбежно уйдет от нас. Или же мы открыты для человека и с радостью хотим общаться. И я себе могу сказать, что до 10 утра ко мне лучше не приближаться. Маамин, ло маамин, ло хашу. И неважно, верующий ты или неверующий. Ани овед аль зе. И я работаю над этим. Авал хашув меод, эх анахо ним ла анашим, ма шломха. И очень важно, как мы отвечаем людям, как мы с ними говорим. Кшейти баавар маник шель цейрим. Когда я работал с молодежью. Афти лишел ата цейрим, ма шломха. Я любил спрашивать ребят, как ваши дела? Ну, только для того, чтобы понять, как они отреагируют. И в большинстве своем ребята отвечали так, как будто им уже 80 лет, и говорили, я устал, оставь меня. אז כל פעם הייתי עוקץ אותם, אפילו לא נעים להתקרב אליך, כי אני יודע מה התשובה שלך, מה שלומך. И я так их немножко подстегивал и говорил им, что «Эй, послушай, с тобой даже неприятно говорить, даже неприятно спросить тебя, как твои дела». И через неделю, например, я их снова спрашивал, как твои дела, и ребята немножко брали время, думали и говорили «А,
Все нормально, спасибо Богу. הייתי אומר להם, אם אתם אנשים מאמינים או אומרים שאתם מאמינים, אתם קודם כל צריכים להעלות את זה בהתנהגות הגופנית שלכם. И что я им еще доносил, что поскольку вы являетесь верующими людьми, то покажите своим телом, своим поведением, что вы верующие. Но и как же Иешуа справлялся с этим? Он превращал воду в вино. Он исцелял людей. Он слушал людей, на что они жаловались. Он дал шиурим, он дал лимуд. Он учил людей. Он натан шиурим пратим. Давал частные уроки, так сказать. Ле дугма ле кейфа шалах ала майм. Например, он научил Петра ходить по воде. Зе шиур прати ле гамры. Это вообще частный урок, только его он научил об этом. У диберн ле Натанель бацура миухедет. Он говорил с Натаниэлем особенным образом. У ге ле Закай. Он пришел к Закхею. Вот, ле иша шумрунит, шо ге бе миухад бишвила. И к женщине самарийской, которая пришел только ради нее. И он пересек весь Кинерет только для того, чтобы прийти в поселение, где все люди были, прийти к тем, кто жили в могилах и были наполнены демонами. Иешуа пришел к девочке, которая умерла, и воскресил ее. Он также воскресил Элиэзера. Он накормил 5000 и 3000 в другом месте. Он давал пророчество людям на их будущее. אנחנו רואים שכל מה שעושה הוא עונה לצורך הפיזי של בן אדם או הנפשי. И мы видим, все, что Иешуа делал, это был ответ на физические потребности людей или на их духовные потребности. И Иешуа никогда не забывал о той духовной цели, которую он преследовал, но он добивался этой цели через служение людям в этом мире. גם אנשים שחוו את המפגש עם ישוע, הם לא נשארו אותו דבר, וגם אם לא השתנו מיד, המחשבה על ישוע ועל הדרך חיים שלהם נשארה בתוכם. И люди, которые встречались с Иешуа, соприкоснулись с Иешуа, или это воздействовало на них сразу, в тот же момент, в тот же день, и иногда нет, это брало время, и люди, размышляя о том, что же произошло, или что Иешуа сказал, изменялись впоследствии. ולפי מה שאיך אני רואה את זה, ככה ישוע נהפך בעצמו לבשורה. הוא לא רק בישר, הוא נהפך עצמו לבשורה חיה. И я в этом вижу, как Иешуа своей жизнью, своим поведением, всем, что он делал, он стал вот этой вестью, доброй вестью для людей. הוא בנוכחות שלו היה במשקל מאוד כבד. Когда он присутствовал на этой земле, его присутствие, это было очень важное дело. וזה היה מאוד מורגש. Невозможно было не заметить того, что Иешуа здесь на земле, здесь в Израиле, здесь с людьми. Но как написано в Исаии 61 главе, то, что мы прочитали, главное — наполниться Духом Божьим. Это очень важно. И поскольку для этого мы и призваны. В последнее время моя деятельность связана с поездками, и часто я остаюсь один по вечерам. И я прошу у Господа показать мне, дать откровение из Писаний. Простым способом. אז במהלך אחד הערבים חשבתי על מצית. מצית. Один из вечеров я думал о зажигалке. לא יודע למה, אני לא מעשן, אני לא משתמש הרבה במצית, אבל הגיע לי לרעיון של מצית. Сам я не курю, не пользуюсь зажигалкой, но почему-то мне пришли мысли о зажигалке. אז חשוב, בעברית נכונה קוראים מצת, אבל שנדע. Ну, если мы углубляемся в иврит, говорим не мецит, а мацат. Ма за мецит, бишвиль ма яцру мецит? Для чего существует зажигалка? И, ну, ада бишвиль ладлик эш.
Она предназначена для того, чтобы зажечь огонь. Эш решонит. Первый огонь. Анашим миштамшим бэзэ бигаля сигарет, авал ло мишанэ, им мадлика дварим. Люди пользуются зажигалкой для того, чтобы закурить, но само назначение зажигалки – это зажечь огонь. И принцип зажигалки очень простой. Есть гуф пластик, если мы хотим мацит бсисит, есть гуф пластик. Если мы представим себе самую простую зажигалку, это будет какой-то пластик. Я не принес сюда, чтобы вам показать, поскольку это, чтобы не зажигать огонь в шаббат. Поэтому мы представим себе. И сверху зажигалки всегда есть механизм этой зажигалки. Такое колесико, которое можно крутить. И которое выдает первую искру. И газ, который выходит из зажигалки, проходит через эту искру, зажигается и выходит огонь. Насколько это просто, настолько же это и прекрасно. Когда я служил в армии, אמרון תמיד ליזר על מצטים, ליזר על אור של שעונים, אנחנו צריכים להשחיר הכל. Всегда нас предупреждали, чтобы мы были осторожны с огнем и с разными отсвечиваниями от часов, от ремней. ואז יום אחד הראו לנו דוגמה, היינו בקורס הישרדות מסוים. И в один день нам показали, как это работает. Мы были на курсе выживания. ישבנו בתוך יער. И мы были внутри, мы сидели внутри леса. И один из наших командиров отошел, углубился в гору, отошел от нас на 2-3 километра. Это было посреди ночи, темнота, и все тихо было. И вот там, на расстоянии 3 километра, он начал играться с зажигалкой. И мы не только слышали звуки зажигалки, но мы видели и свет. То есть нам показали на примере, что с нами происходит, когда мы зажигаем зажигалку и как нас видно вот на расстоянии. בצבא זה דבר אחר, עדיף לא לעשות את זה, כי האויב יחשוף אותך. И в армии это и опасаются этого для того, чтобы враг тебя не заметил. Но когда Иешуа говорит о том, что вы свет в темноте, это может стать удивительной вещью. И зажигалка, вот то, что она работает из-за газа, который есть внутри. Если в зажигалке закончился газ, можно две вещи сделать. Можно ее наполнить снова газом. Или выбросить эту зажигалку в мусор и купить другую, поскольку это более просто и дешево. Без газа амацит ло теяцер эш. То есть без газа зажигалка бесполезна. Но вы знаете, что происходит с зажигалкой, когда в ней осталось чуть-чуть газа? Что зажигалка делает, когда в ней чуть-чуть газа осталось? Она просто искрит, без огня. И ребенок, когда играется так вот зажигалкой, это ему интересно, классно. И это может даже красиво. И тот, кто стоит рядом, может так ободрить ребенка и сказать: «О, классные искры». Но это только искры, нет огня. После 20-30 таких вот искорок, играний, эту зажигалку можно выбросить. И мы, как верующие, иногда вот мы производим такие искорки. Мы не производим настоящий огонь, но только искры.
И это то, что я понял вот из размышлений о зажигалке. Амацад ноцар бишвили яцер эш. Зажигалка сделана для того, чтобы зажигать огонь. וכמו שהמצד צריך את הגז, אנחנו צריכים את רוח הקודש בשביל להאיר כמו שצריך. И как зажигалке нужен газ для этого, нам нужен Дух Святой, чтобы светить людям. וכשאנחנו מגיעים למצב של ניצוצות, אנחנו לא מייצרים שום דבר, אנחנו רק נראים כאילו אנחנו מייצרים, אנחנו צריכים לפתור את הבעיה. И когда мы приходим к такому положению, когда мы только искрим, нам нужно понять, что с нами происходит. ודבר נוסף, אנחנו כאנשים מבשרים או כאנשי בשורה, בשורה נועדה בשביל אנשים אחרים. אם אין לנו קשר עם אנשים אחרים, אנחנו לא מייצרים בשורה. И благовествование предназначено для других людей, не для нас самих. И если мы не находимся в контакте с другими людьми, то наше благовествование бесполезно. אבל האנשים הראשונים שיש לנו זה האנשים האלה שאנחנו רואים כשאנחנו קמים בבוקר. И прежде всего люди, с которыми мы в контакте, это те люди, которых мы видим с утра. הם תמיד מסתובבים לנו בבית. Они все время как бы вместе с нами в доме. Им за ילדים, им за אישה. Это могут быть дети, это может быть жена. אז אנחנו יכולים לתרגל בשורה, להיות בשורה קודם כל בשבילם. И мы можем научиться благовествовать прежде всего им. ואחד הדברים החשובים ביותר לפני שאנחנו עושים משהו זה לזהות את הצורך. И самое главное, прежде чем что-то делать, нужно увидеть нужду. לגרום לאנשים לחשוב, לגרום בכוח לאנשים לחשוב. И побудить людей, иногда даже силой побудить, заставить их думать. אז באמת לפני שנכנסתי לקהילה, לשירות, היו לי הרבה מאוד שיחות עם דתיים. И до того, как я начал служить в общине, у меня было много разговоров с нашими верующими братьями из, דתיים, из традиционного иудаизма. אז תמיד היה כיף להתווכח איתם. И это всегда для меня было интересно поспорить с ними. אבל בחיים הם לא עזבו עם איזה מחשבה. אולי, הוא תמיד אומר, אולי אתה צודק, אולי באחוז אחד אולי אתה צודק. И всегда это заканчивалось такими словами, что, ну, может быть, да, может быть, в чем-то ты прав. ובאמת, התפקיד שלנו כאנשים מאמינים היום זה לא לקצור. И наша сегодняшняя обязанность это не собирать. התפקיד הכי גדול שלנו לדעתי זה לזרוע. По моему мнению, самая главная наша обязанность это сеять. כל הזמן לזרוע. Все время сеять. בכל הזדמנות, לחפש הזדמנויות לזרוע. И постоянно использовать те шансы, которые есть у нас, или искать эти шансы, чтобы посеять. אלוהים ימצא את הדרך להשקות וגם ימצא את הדרך לקצור. А Бог, он найдет способ, как полить и как взрастить. אם אנחנו לא מחשבים את עצמנו כמבשרים גדולים, אז לזרוע זה אחלה של דבר. Если мы думаем о себе как не думаем о себе как великие благовествователи, то вот сеять это классно. הייעוד שלנו כבני אדם רשום במתי פרק 5. И наша цель, наше предназначение описано в послании от Матфея. 5:13-15. 5 глава с 13 по 15 стихи. אתם מלך הארץ, ואם תאבד למלך מליכותו, כיצד תוחזר לו? אין לו יוצלח עוד לשום דבר, כי אם להשליחו החוצה להיות מרמס לרגלי הבריות. אתם אור העולם, עיר שוכנת על ההר אינה יכולה להסתתר. גם אין מדליקים מנורה ושמים אותה תחת כלי, אלא על כן שמים אותה ואסתיר לכל באי הבית. Еще раз, послание от Матфея, 5 глава, с 13 стиха. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. הקריאה הזאת היא תמיד כאינטראקציה עם עוד אנשים. И вот это призвание, оно всегда связано с общением с другими людьми. תמיד כשאנחנו נוכחים, אנחנו יכולים להמליך קצת את המצב. В нашем присутствии мы всегда можем подсолить. ואנחנו יודעים שהחושך יגדל. И мы понимаем, что темнота будет увеличиваться. אבל גם אלוהים רוצה שנאיר ונביא יותר אור ליותר חושך.
Но Бог хочет, чтобы мы больше светили и освещали вот эту темноту. И поскольку темнота, нет такого, такой вещи, как темнота. Великие люди говорят, что темнота — это просто отсутствие света. И в темноте все злое. И когда есть полная темнота, то даже маленький огонек может светить на большие расстояния. И мы можем использовать только то, что у нас есть, а не то, чем мы не обладаем. Как написано в Деянии апостолов, глава 3, в стихах с 5 по 6. הוא יסתכל עליהם בקבותו לקבל מהם משהו. אלא שכיף אמר, כסף וזהב אין לי, אבל את מה שיש לי, את זה אתן לך. בשם ישוע המשיח מנצרת יתהלך. Okay. Еще раз, Деяние 3:5. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа, Назарея, встань и ходи. אז קודם כל, כיפה לא התעלם מהבחורצ'יק הזה שישב שם. Прежде всего, Петр, он не пренебрег этим парнем, этим человеком, который сидел. הוא שם עליו לב. Он обратил на него внимание. אז כנראה הוא לא היה הולך ככה, הוא היה הולך ומסתכל. Наверное, Петр не шел, и опустив голову вниз, но шел и смотрел по сторонам, что происходит с людьми. ומעניין שהוא חיפש צורך של אנשים, למרות שלא עצמו היה צורך, לא היה לו כסף אפילו. И интересно, что Петр искал, кому можно послужить, каково, в чем нуждаются другие люди, хотя у него самого не было ни гроша. И он говорит, то, что от Бога я могу тебе дать. Ты хочешь от меня денег, но нет у меня. И прежде всего он послушал этого человека, в чем его нужда. И иногда только послушать — это уже половина работы. Человек открывает перед вами сердце, изливает свою боль, и чаще всего это, прежде всего, это то, что необходимо. И это показывает другому человеку, что то, что тебя волнует, также меня касается. И это уже заставляет человека подумать, а при чем здесь ты, почему тебя это трогает? А потом Петр сделал то, что он мог. Он помолился и сказал, во имя Иисуса, встань и ходи. И иногда мы можем так же поступать, иногда мы можем делать что-то другое. Но неважно, что мы будем делать, самое первое — это послушать человека, соприкоснуться с человеком. И человек подумает, что он вообще ко мне подошел, что ему нужно от меня. Я вам расскажу небольшую историю, которая со мной случилась 3 недели назад. И я подчеркиваю, что я вообще не умею благовествовать. Я шел по улице в 10 или в 11 вечера. И увидел пьяного. Он шел, шатаясь, и держался за стену, чтобы не упасть. И я так не спешил к нему подойти. И я стоял в стороне и смотрел, ну что же будет, когда закончится стенка. И стенка закончилась. И парень остановился. И я подумал, ну хорошо, я пойду своей дорогой.
И на английском есть такая хорошая поговорка, которую любят говорить. А что бы сделал Иисус в это время? И мне пришла эта поговорка на память. А что ты собрался уходить? Может, ему что-то нужно помочь этому? А мати, нахон. И я подумал, ну да, точно. Я закажу ему такси и пусть едет себе домой. И я подошел к нему и спросил, эй, что с тобой, ты себя хорошо чувствуешь? Ну, он мне ответил, как пьяный отвечает, я не совсем понял, что он там сказал. И я его спросил, тебе заказать такси? Он говорит, нет, я не живу далеко. И парень говорит, не-не, я тут рядышком живу. И я уже себе сказал, ну все, я так вступил в эту грязь, и я уже не могу как бы так. И я спросил у него, ну а чем тебе можно помочь? И он говорит, ну мне нужно до второй стенки дойти, помоги мне. Ну, я подставил ему плечо, и мы вместе дошли до второй стенки. И мы вот так идем, я такой пьяный человек рядом со мной. И я его спросил, а вообще куда ты идешь? Он говорит, домой, вот еще где-то километр. Ну, я ему говорю, мне тоже в ту сторону, ладно, пошли вместе. И это вот эпидемия, короны, значит, люди боятся друг друга, шарахаются. И он так идет, за меня держится и смотрит на меня, что это со мной идет тут рядом? Он говорит, а ты ломи куми? И он говорит, ты не местный, правда? И я ему говорю, ну какая разница, мы идем в одну сторону, я тебе помогаю, пошли. Я вообще подумал, ну что ему сейчас о Боге объяснять, вообще пьяный, что он вообще поймет? А он мне говорит, я вообще не знал, как дойти до дома. И я сейчас приду домой, и меня будет жена пилить. И вот я думаю, что Бог тебя любит и послал меня к тебе посреди ночи. И мы прошли так где-то полчаса, и он немножко о себе рассказал. И мы дошли до дома, к его двери, он открывает дверь, заходит. И я его спросил, а как тебя зовут? А, он меня спросил, как тебя зовут? Я ему говорю, Евгений. Он ответил, как его зовут, я не помню. И он мне сказал одну интересную вещь. И он говорит, я не забуду тебя. И мы расстались. Я продолжил своей дорогой. По дороге я немножко помолился об этом парне. И я сказал, ну, не важно, что с ним случится. Но точно у него будет о чем подумать. Я вообще с ним о Боге не говорил, я вообще думал, это не нужно. И для меня это было интересное такое событие. Я уже долго не общался с неверующими людьми. Может, нужно было что-то сделать еще, я не знаю. Но я просто почувствовал, что нужно помочь ему. И это один из примеров. После этого мне захотелось еще повстречаться с другими людьми. מי שמכיר את קייב, יש את המרכז, זה בלילה כשאתה מסתובב שם, עכשיו כל פעם שאני מסיים יום עבודה, אני אוהב להסתובב, כי קצת לנקות את הראש. И это было в Киеве. Кто знает Киев, в центре там много людей, и мне нравится после работы немножко там покрутиться, освежить голову. וזה יש מלא שיקורים ואומלסים שפשוט הם ישנים מתחת למעברים של מתחת לאדמה, לא יודע איך קוראים לזה. И есть там очень много и пьяных, и бездомных, которые спят в подземных переходах. И они там все время находятся. Но вот только после этой встречи я стал обращать на них внимание, что вот они есть тут. Поскольку мир сейчас полон нужды.
אבל בגלל שאנחנו כל הזמן מתעסקים בצורך של עצמנו, אנחנו לא שמים לזה לב. Но поскольку мы все время заняты своими нуждами, мы не обращаем внимания на других людей. וממש רציתי להדגיש את הקטע מישעיהו 58. И я очень хотел бы подчеркнуть место из Писания, из пророка Исаии. כי אני חושב שהוא מסכם את הנושא בצורה טובה מאוד. 58 глава. פסוק 9 ו-10. С 9 по 10 стихи, я думаю, это очень важное послание. 58 глава. ואז תקרא ואדוני יענה, תשווה ויאמר הנני, אם תסיר מתוכך מותה, שלח אצבע ודבר אבון, ותפק לרעב נפשך, ונפש נענה תשביע, וזרח בחושך אורך, והפלטך כצהריים. תגדה תי וזווש, אי גספות יוסלישת, וזפיוש, אי און סקאז'ת, ווט יא, כגדה תי אודליש אי סרידי תווי ירמו, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. И здесь много интересного. Пасук 9 мы добавили машу хашу. Девятый стих говорит о чем-то важном. Кодом кол, Элуим мудаш, или кол эхад митану ешь цорех, ешь коши. Прежде всего, Бог знает о том, что у каждого из нас есть нужды. И иногда у нас есть трудности, и из этих трудностей выходят плохие вещи, злые вещи. И то, что написано в конце 9 стиха, перестань быть... оскорбительно, ну да, перестань говорить оскорбительно, перестань оскорблять людей. А с кодом коль тасим левел ацмеха в летнагучелха в матам яцег, в матам яцер. То есть, прежде всего, обрати внимание на себя и что ты несешь людям. В азву пасук эсер еш по амон мейда. И в 10 стихе есть очень много информации. Векафу, катув ветафек лера авнавшиха венефиш нанат азбия. И написано, отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца. Это не говорит о том, что нести еду другим людям. Даже у голодного человека и у бездомного человека прежде всего есть духовные потребности. И когда мы находимся напротив человека, и мы ему служим, не всегда у нас есть еда, не всегда у нас есть деньги, чтобы ему помочь. Но то, что всегда с нами, это сердце, наполненное Духом Божьим, Духом Мессии, и мы можем этим поделиться с Ним. И так мы можем лаирь и лаанот на цорех нафши шело, ки тамид и лебенадам еш цорех нафши. И таким образом, через Дух Божий мы можем послужить человеку и ответить на его духовные потребности. И Бог говорит, это та связь, которую я хотел бы видеть в тебе, как в благовестнике. И когда мы станем отвечать этой цели, то с нами случится несколько вещей. כתוב וזרח בחושך אורך. И написано, что тогда во тьме свет твой взойдет. האור שאנחנו נביא לחושך הגלובלי יהיה בעל משמעות חזקה. То есть тот свет, который мы принесем в глобальную темноту, будет иметь большой смысл. ואז עוד דבר מאוד חשוב בסוף. И важная вещь в конце. ואפלטך כצהריים. И мрак твой будет как полдень. כתוב האפלה שלך. То есть твой мрак. Тот личный мрак, который находится внутри нас. Есть глобальная темнота, на которую мы влияем. И есть наш личный мрак. И когда мы послушны Богу и отвечаем на Его призыв, אנחנו מתחילים להעיר לא רק בחוץ, אלא אנחנו גם מפרקים את האפלה האישית שלנו. Мы начинаем не только светить вовне, во внешней темноте, но мы также уничтожаем тот мрак, который находится внутри нас. כתוב, ואפלתך כצהריים.
И написано, что мрак твой будет как полдень. האפלה שיש לנו, הבעיות שיש לנו, המחשבות שיש לנו, האתגרים שלנו, הם יהפכו כאור צהריים, אמצע היום, אור. То есть те проблемы, которые есть внутри нас, те, то, о чем мы постоянно думаем, то, что нас угнетает, это превратится как в свет, в солнечный свет. אז, זה בעצם למה שנקראנו לעשות. כל פעולה כזאת משפיעה גם על האחר וגם עלינו. И это то, к чему мы призваны, как, к чему мы призваны Богом. И служить другим и изменяться самим. לפעמים כשהצורך שלנו ממש מכביד עלינו, לא אכפת לנו מכל השאר, אנחנו רק רוצים שזה ייגמר. И иногда вот этот призыв к нам, это нам тяжело сделать, и мы только хотим, чтобы это поскорее закончилось. אני לא רוצה לשרת לאף אחד, אני רוצה שיהיה לי טוב קודם כל, אחר כך אני אשרת. То есть я не хочу служить другим, мне тяжело, мне больно. Я сначала изменю свое состояние, а потом уже буду другим служить. Но Бог говорит, соль и свет не ставят в шкафчик, ими пользуются. То есть соль предназначена для вкусной еды, а свет предназначен для освещения темноты. То есть влиять на людей. То есть это не просто, но это то, что Бог от нас хочет. И я надеюсь, что мы подумаем о том, как нам этого добиться. Что мы займемся не только благовествованием другим людям, но также и займемся своим изменением. Аминь.